в руках я держу нож компании Martin, хотел бы обратить на него внимание. Ребята сделали очень достаточно удачную модель крепления этого ножа. Очень простой и очень удобный. Мы можем одной рукой с любого положения достать этот нож. То есть я просто беру сейчас рукой, несмотря на него, вытянул, я его могу легко достать. То есть это очень удобно, это очень правильно. Нет никаких лишних кнопок, которые нам нужно искать, пробовать, нажать, чтобы потом достать нож. Этот нож выполнен из цельного лезвия. То есть само лезвие, сам клинок идет по всей ручке. Тем самым мы можем работать ножом как инструментом. То есть еще что это нам даст? Если вдруг мы стреляем на какой-то арку, и у нас арку попал в кряги и застрял там, мы можем легко брать этот нож и орудовать ним в кряги, и помочь достать арку. То есть это очень правильно, это очень важно. Второй момент этого плюса, когда мы стреляем большую рыбу, что очень часто случается в наших реках, у нас есть крупная рыба, мы забиваем. То есть я, например, когда стреляю с омом весом 50-70 кг, его нужно забить, чтобы он потом не мешал, не тянул, ничего. Голова у такой рыбы достаточно прочная, там много костей, и если мы возьмем какой-либо другой нож, у которого будет клинок не цельный, то есть лезвие будет заканчиваться где-то вот здесь, просто-напросто мы его сломаем при добивании рыбы. То есть это очень важно, на это стоит обратить внимание.